Да уж, приехали. Один песок кругом. И жара. Хреново мне тут. Артём, машина! Мне эта встреча. Пойдем. Они в поселке тормознули, все около дома с антенны. Понятно. Что с бойцами, Дамир? Степан совсем плох, остальные пока держатся. В нормальной форме получается только вот мы. Аня, вы с Дамиром отправляйтесь на разведку. Надо найти этот чертов бункер и убираться отсюда. Вот только, товарищ полковник, непонятно, как потом отсюда убираться. Воды в котле осталось разве только чайку заварить, а топлива и вовсе нет. Да, эту проблему тоже надо решать. Анна, Дамир, вторая задача – поиск воды и топлива. Сэм, поднимай бойцов, готовимся к обороне. Так точно. Артём, надо выяснить, кто эти типы на машине. По виду обычные бандиты, но рисковать нельзя. Машина шла в поселок. Похоже, у них там пункт связи. А значит, какая-то информация там должна быть. А нам сейчас все будет кстати. Когда будешь готов, выдвигайся. Крест, а твоя дрезина наш состав потянет? Ну, она, может, и потянет, не быстро только, но и недалеко. Мотор для такого веса слабоват, да и соляры столько взять негде. Да, была бы солярка, Аврора и сама бы справилась. А, это как? Так она многотопливная. Есть и колосники под уголь, и обмуровка с водосворсунками, поджидкое горючее. А чего ты раньше не говорил? Привет, Артём. Чисто. Так вы раньше не спрашивали. Система подачи в рабочем состоянии. Надо смотреть. Вот с крестом и посмотрите. Что там с помещением идет? Вроде касса раньше была и камера хранения. Рухляди всякой полно, надо будет прибраться. Фух, а солнышко-то припекает. Окей, занимаем оборону. Ты давай в хвост поезда, идиот к паровозу. Я тут пока наведу порядок, потом Степана перенесем. Здесь похуже, чем погода. Задача ясна, ваше благородие. Разрешаю. Ну, я пошел. Что-то Алеша разошелся сегодня. На солнышке перегрелся, что ли? Ну, что тебе,
Зря мы к нам сюда приехали. Откапывать тебя не надо. Ну, вылезай тогда. С хозяевами этой таратайки, я так понимаю, поболтать уже не получится. Несговорчивые какие. Хотя, будь у меня такая машина, я бы тоже отдавать не захотел, небось. Едешь себе, кум королю, это же не пешком по жаре топать. Кстати, как раз сейчас и опробуешь. Пока ты тут в песке... Куличики лепил. Я антенны разглядел. Значит, и центр связи там. Думаю, на маяке он, так что дуй туда. Маяк огромный, не пропустишь. Мне тут еще надо понаблюдать за окрестностями базы. Но как освобожусь, может, отправлюсь к тебе. До встречи. Новая стратегия. На связь вышла местная жительница. Девушка, она находится...
вы, бля, бараны драны, эту шмару поймать не можете! А ты, бля, целой бригадой! Она там уже дюжину пацанов завалила, кстати! Ну так если будете и дальше драками думать, она всех положит! Людей
Отвечай, подлюка! Артём, да? Проходи. Кто убил Мунай-Бай, мой друг? Мунай-Байлер народ гюль весь в кун. В рабы превратил. Меня так же хотел. Лучше смерть. Слышу хорошо. Ваш человек помог мне. Гюль в долгу. Но зачем вы здесь? 5 лет никто не приходил. Один Мунай-Байлер. Гюльнара, что вы знаете об антеннах возле вашего маяка? Раньше, до войны, центр связи был. Мама работала, офицер связи раньше. Брошен давно. Был там после войны, искал следы мама. Ничего не нашел. Брошен. Услуга за услугу. Мы помогли вам, помогите нашему человеку попасть внутрь. Хорошо, я помогу. Артём, надо найти архив. Он должен быть где-то рядом с командным центром. Ищи снимки за послевоенный период, только свежие. Года с 2013-го. Дамир скоро будет там, можешь на него рассчитывать. Конец связи. Если идти сейчас надо... Пока новый Мунай-собака не приехал. Рабочий верстак. Если надо, пользуйся, да? Там всякая опасность может быть. Умный человек не ходит. Ты умный, но у тебя выбор нет. Готов? Нет? Скорее тогда. Торопись, да?
Да война красиво был. Море был. 5 лет мне был. Мама молодой был. Живой был. Теперь пустыня. Звери в уроды превращал. Люди в звери превращал. Народ Гюль в звери превращал. Не сам по себе. Нефтяной собака превращал. Море уходил. Нефть оставался. Старик умирал. Молодой оставался. Собак нефтяной слушал. Собака говорил. Он бог огня теперь. Молодой поверил. 5 лет война кончался. Мама умирал. Гюль один оставался. Сюда ходил. Один знаю, как дверь открывать. Вниз не ходил, вниз пауки. Видишь, проход здесь. Туда лез, потом я. Спасибо говорить буду, сколько жив буду.
Артём! Раз-раз, проверка связи. Это я, Дамир. Надеюсь, ты меня слышишь? Я на объекте. Юль меня чуть не подстрелила. Думала, враги. Внимание! Аварийная остановка системы вентиляции. Всем приготовить средства защиты и оставаться на местах. Ждать дальнейших указаний. Слышал, Артём? Степаныч, херовые дела. Через те трещины, что на нижнем уровне получились, как крайний раз тряхануло, газ просачивается. Токсичный, чтоб ты понимал. Вентиляция его пока вытягивает, справляется. Но что, если снова свет отрубится? Или тряхнет еще разок, и трещины пошире откроются? Я Викторовичу доложил, но он в своем репертуаре. Сидит у себя в командирском кабинете, бухает и толдычит одно и то же. Не разводить панику, придерживаться директивы 01. Да, уже не знаю, что тут делать-то.
перебрались на старый маяк. О том, чтобы дальше жить с Юль в этой норе, не может быть и речи. Каждый день открываются новые газовые гейзеры. Скоро весь бункер завалится. Надеяться не на что. Никто уже не знает, зачем мы здесь. Работать невозможно. Спускаюсь вниз только за жалкими крохами, которые теперь называются «Байком». Пойдем, Кюль. Нельзя сюда. Пойдем. Там все по.
мы ждем. Прошу обратить внимание на территорию противника. Здесь и вот здесь. Мы явно видим электрическое освещение. Если бы не директива 01, если бы была хоть какая-то связь, нам следовало бы немедленно передать эти координаты для нанесения контрольного удара. Полковнику на базу. Кстати, тачку эту я пригнал. Она тут, на причале.
Как этот лифт вообще работает? Весь бункер ведь в трещине. Мама говорил, его много чинил. И остальное тоже. Ты прав, Мэтт. Спасибо тебе, Артём. Это тебе. Когда я маленький был, отец дарил. Дамир говорил, с вами девочка едет. Отдай ей. Пусть удачу ей принес. Вы очень везучий. Мунай Байлер много поход ушел, почти весь. Если Адда был тут, ты бы уже мертвый был. Думаю, это наш шанс что-то изменить. А, Мунай Байлер. Это по-русски получается. Нефтяники, пожалуй. Меня слушал. Как идти, рассказываю. Когда вышел, направо езжал. Там дорога в порт когда-то был. Аня должна быть где-то там. Свяжись с ней. Наверняка она нашла что-то интересное. Я останусь. Попробую выяснить побольше про этих нефтяников. Как узнаю, что полезное, сразу свяжусь с базой. Гюль, скажи, как получилось, что здесь заправляет этот барон? Мой народ сам выбирал свою судьбу. Как это сам? Сами в рабство пошли? Сам. Мунай Байлер сказал, работал на меня, я защищать буду. Он согласился. Мунай Байлер сказал, почитал священное пламя. Он тоже согласился. Но тогда ведь у них и выбора не было. Сражался, был выбор. Сражался и умирал, но не ставал раб. Не все к этому готовы. Надо был готов. Я всегда готов. Потому и сражаешься одна. Ха! Для оборон меня один хватит. Ну, убьешь ты его, а дальше... Давай, Артём. Хорошей дороги. Тоже верно. До свидания, Артём. Иди, Артём. Удачи пожелай. Беги, пожалуй, Артём. Позже поговорим. Как я тут устроилась. В Москве было похоже. Правда, жарище тут, духота.
Чувствую, скоро свалюсь, как Степа. В общем, что я тут разведала? Видишь кран на краю пирса? В кабине кто-то есть. Толком не разглядеть, но мне кажется, он меня заметил, как только я пришла сюда. Для наблюдения за базой точка отличная, так что проверить нужно. Теперь посмотри на тот разбитый корабль. Самый большой, у самого обреза воды. Видишь? Так вот, он не разбит, а разобран. Туда несколько раз подъезжали грузовики с клетками. Похоже, эти бандиты держат там местных. За портом какое-то здание. Думаю, это диспетчерская аэродрома, но не уверена. В любом случае, техники там должно быть много. Может найтись что-нибудь интересное. Вижу, ты нашел карты. Молодцы вы с Дамиром. Я буду дальше следить за вышками, а ты решай, что делать дальше. Как же хочется смыть с себя песок. Быстрее бы убраться из этой пустыни. Если собираешься в порт, на крыше как раз канатка в ту сторону. Ты поаккуратнее там, ладно? Сучей!
Глав. Хорошо, пошел. Ладно, Артем, обыщи его наблюдательный пункт. Наверняка там есть что-то интересное. А я сменю позицию. До встречи на базе.
одной штуке тут поплотнеет резко, да? Чего это у меня такая? Ящики, братан! Шикардера! Вон он, штука! На верхотуре! Братан, ты это, не шмаляй, сдаюсь я! Ну, хоть сразу не вальнул, на. И то хлеб.
Тихо. Thank you.
Братуха!
Артём, у меня Дамир на связи. Садись, я постой. Песок везде собьем. Ты тень напасть какая. Хорошо, конец связи. Нашел? Молодчина, Артём. Хорошие новости. Артём добыл карты. Молоток, Артём. Сергей, приступай. Я тоже подключусь. Данных вот, много. Попей. Чем скорее разберемся, тем лучше. Карты у нас. Теперь надо думать, как убраться отсюда. А с этим серьезная проблема. Нужна вода и для Авроры, и людям, сам видишь. Степан, князь и Алёша уже выбыли из строя. Сильное обезвоживание. Еще нужно топливо. Все это есть у местных головорезов. Я связался с их главарем, так называемым бароном, но его условия неприемлемы. Гюль рассказала, где источник, но он, естественно, охраняется нефтяниками. Дамир провел разведку. Шанс проникнуть туда скрытно есть. В общем, Артём, как будешь готов, выдвигайся на встречу с Дамиром. Ваша задача — любой ценой доставить воду на Аврору. Удачи, Артём. Мы все рассчитываем на тебя. Крест, как там погодка? Буря, кажись, вышла вся. Я на пост. Отлично. Дедушка Ермак, а у вас воды совсем? Дядя Артём, это мне? Ух ты, спасибо! Смотрите, дедушка Ермак, у меня теперь фляга есть. Ну, теперь попросим, чтобы в нее воды налили. Будет твой неприкосновенный запас.